Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова с вами. У нас сегодня в ремзоне автомобиль Toyota Highlander 2011 года выпуска с бензиновым двигателем 3,5 литра, полный привод, автоматическая коробка передач, пробег на автомобиле 120 тысяч километров. Мы выполняем плановое ТО 120, меняем масло, масляный фильтр, воздушный, салонный, тормозную жидкость, но также жидкость коробки в автоматической. Ну и на каждый заезд автомобиля к нам в ремзону мы производим технический осмотр ходовой части. Сейчас мы выполняем замену масла в коробке. Сняли поддон. Видите, вот здесь магниты. Ну, присутствие стружки есть, небольшое. В принципе, видно, что машина работает. Демонтирован старый фильтр. Не могу сказать, что масло прям черное, но видно, что оно рабочее. Еще будем менять передние тормозные диски с колодками. По результатам осмотра ходовой части виден износ дисков. Он уже вышел за свой предел. Ну и задние тормозные колодки. Тоже 95% износа. На всю работу мы потратим 13,5 часов. И сумма ремонта составит 14 650 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации, произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту автомобиля, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание. Берегите себя.